Всем доброе утро. Сегодня у нас вот такое вот занятие будет с собаками. Рики вторая малышка, которая самоед, отдельно занимается от Рики первой, от овчарки. Отработали с ней команду фо. Вот, потом покажу. Ну, есть шорцы, если хотите, посмотрите в коротеньких роликах. Команда сидеть с выдержкой. Вот на сегодня такой эффект. Хорошо сидеть. Команду рядом собачка ходит, научилась. Хорошо сидеть. Слышит мой голос. Реагирует, поднимает голову. Молодец, Рики. Так, команда сидеть с выдержкой. Помощницы нашей Рики первой нет. Сидеть. Головой вертим. Подходим, кормим, хвалим. С этой командой мы работаем около 5 минут. Если собачка убегает, как я много раз говорила, возвращаем на место, одергиваем и опять на то же самое место. Хорошо сидеть. Обязательно в промежуточках хвалим, кормим. Молодец. И отходим опять. Следующая наша дисциплина — команда лежать с выдержкой. Вот лежит наша собачка, головой мотает, вертит, делает это неосознанно. Рефлекс еще не работает на эту команду. Вот лежит, положили и лежит. Вот самоеды, они такие своеобразные, трудные в дрессировке, конечно. Лежать. Собачка приподнялась, укладываем. Лежать. Лежать. И отходим. Лежать. Я ее не покормила, не похвалила, потому что она стала подниматься, когда я подхожу. Вот сейчас выжидаем какие-то секунды, попробуем поймать ее на хорошем моменте и покормить. Хорошо лежать. Ну вот. Собачка не поднялась, собачка осталась на своем месте. Вот с этой командой мы тоже отрабатываем где-то минут 5 выдержку. Хорошо лежать. И отдаляюсь потихоньку. Еще раз Так, убежала. За собачкой следим, контролируем. Хорошо. Так, укладываем. Лежать. Ох, агрессирует. Самоед-то у нас какой вредный. Лежать, щенок. Щенок с агрессией. Лежать. Нельзя. Лежать. Хулиганка. Вот такая вот хулиганка. Уложила с горем пополам. Вот такие своеобразные самоеды. Еще огрызается. Лежать. Хулиганка. Ух, я тебе. Ух. Уши подняла, слушает. И продолжаем работать до 5 минут. Команда стоять с выдержкой. Далеко не ухожу. Хорошо стоять. Наш четвероногий друг стоит на всех четырех лапах. Хорошо стоять. Работаем тоже где-то минут 5 с этой командой. Хорошо стоять. Муха отвлекает. Муха, да. Хорошо стояла, молодец. Такой провокатор, раздражитель у нас был летающий. Фу, стоять. Рики, стоять. Так, поднимаем. Собачка села. Аккуратненько подняли. Стоять. И продолжаем наше занятие. Стоять. Ко мне. Да, хорошо. Молодец.
сидеть. Ко мне! Айте! Отрабатываем команду подзыв. Ко мне. Хорошо, молодец. Сидеть. Сидеть. Рики. Сидеть. Ко мне. Хорошо. Сидеть. Вот так потихонечку, потихонечку. Сидеть. Рики. Приучаем собачку работать на подзыв. Так, возвращаем на место. Сидеть. Ко мне. Ай, так, лает только. Хорошо. Сидеть. А теперь занимаемся с нашей Рики, с нашей отличницей, выпускницей. Скоро она домой на следующей неделе. Команда лежать с выдержкой и продолжаем тему ношения намордника. А Рики лежит на морднике. И, конечно, раздражителя выпустили. Усложняем, Рики, все усложняем. Что поделать, жизнь такая. Хорошо лежать. Периодически подхожу, хвалю. Хвалю через дырочки намордника. Даю вкусняшечки. Хорошо лежать. Молодец. Умничка. Я в таком темпе ненавязчивом, спокойном. Хорошо лежать. Рики, умничка. Таким вот темпом продолжаем, в таком темпе продолжаем работать с нашей овчарочкой. Красавица, умница и просто отличница. Или как там, отличница, умница и просто красавица. В общем, все это про Рики. Динка раздражитель, Рики послушанец, молодец. Хорошо лежать. А перешли мы на команду сидеть с выдержкой. Мячик наш Динка утащила. Дина! Вон мячик. Динке скучно. Она хочет погулять. Сидеть, Рики. Вот. Дина хочет погулять, а нам надо заниматься. Хорошо сидеть. Также хвалю ее. Также мы работаем эти команды с выдержками в наморднике. А до этого я походила с ней команду рядом в наморднике. Снимать не стала ролик. Ну, все делает хорошо собака, вы уже это поняли. Вот, ну и было трудновато. С лакомством я ходила. Одна рука с поводочком, другая с лакомством. Хорошо сидеть. И обязательно, конечно же, наблюдаем за собакой. Она теперь не просто сидит, а сидит в наморднике. Вот на ней такая штука. Она не поймет, для чего он, зачем ей нужен. Ограничивает ее пасть. Ну, мы-то знаем, для чего нужен намордник. Так, сидеть. Рики хороший пищевик. Также она хорошо играет на игрушке, занимается. Но пока щенок растет, у нее хороший аппетит. Она хочет кушать. Кушать хочет всегда. Хорошо сидеть. Поэтому очень легко в таком возрасте собачку научить командам на вкусняшки, на лакомство. Хорошо сидеть. Ну и нашу выдержку заканчиваем команды стоять. В наморднике также. Хорошо стоять. Рики молодец. Ушки наготове всегда, подняты кверху. Хорошо стоять. Так, кормить пока не буду, потому что стоячую собаку сложно будет через намордник накормить. Хорошо стоять. Стоять!
там отклонение. Так, пришла Динка с нашим мечом, обозначение места. Стоять, я тебе сяду. Вижу, вижу, все вижу. Попробуем в наморднике отработать комплекс. Немножко, чуть-чуть, потому что надо ее будет кормить. А через намордник сложно будет лежать. Хорошо. Сидеть. Умничка, кормим. Хорошо. Куда легла? Торопыга. Опять начинается с торопыги. Стоять. Стоять, Рике. Сидеть. Хорошо. Так вот потихоньку. Лежать. Нельзя. Вот, видите, начинается что у нее. Сидеть. Вот поэтому мы и работаем в наморднике, учимся. Рики еще такая. Хорошо сидеть. Ко мне. Хорошо. Рике. Место. Хорошо, молодец. Отрабатываем команду «Ко мне место» на небольшом расстоянии. Закрепляем все эти моментики. Исправляем какие-то косячки, помарки, ошибки. Хорошо, место. Рики лежит на месте. Сейчас отправляем ее. Гуляй! Рики, гуляй! Вот, и будем отрабатывать моменты. Возврат со свободного состояния, подзыв. Пойдемте гулять. Пошли, пошли гулять. Мячики. Место! С мячом ускакала. Место, Рики! Это хорошо. Подойдем, похвалим собаку. Дина сейчас мячик сопрет под шумок. Хорошо, место. Гуляй. Пошли гулять. Будем сейчас с подзывом еще работать. Пойдемте гулять. На этом мы ролик наш заканчиваем. Сейчас я подзову собачку. И все, наверное. Будем отдыхать. Утреннее занятие у нас окончено. Гуляем. Рики. Гуляй, вперед. Ой, Динка, догоню тебя. Дай. Ко мне, Рике. Подзыв отрабатываем. Где она там у меня? Прибежала с колечком. Да, хорошо, молодец. Гуляй. Бери колечко. Пошли. Дина, иди вкусняшку получи. Ты меня отработала хорошо. Рики тоже хочет сидеть. Ой, ты молодец. Наше занятие утреннее закончено, ребята, на такой позитивной нотке. На команде гуляй. Гуляем. Гуляй, Рики. Вот. Смотрите нас. Приходите к нам еще на наш канал. Смотрите наших собачек дрессированных. Дрессированных и не очень. Вот, учитесь у нас, будьте лучше нас. Всем хорошего дня, хороших праздничных выходных. Сегодня суббота, 27 апреля, получается, и уходим на 4 выходных. И всем хороших праздничных выходных. Всем пока!